Вот и пришла, внучка. Загруженная вся. Ну, что там было? Вальсы кружили. Она нам дала арбуз, ела. Да, там арбуз ели. Угощали, что ли? У нас, говорит, арбуз не давали, а тут дают арбуз. Ну что, как там было? Пришли, ну, я пришла, и я сейчас закружилась вся. У меня что-то голова там закружилась, когда я туда зашла в этот класс. Ну что, на каком этаже? Третьем. Еще чего? Вот, мы такие там, ну... Ну, у меня пса... А! Там... Я не знаю, как я... Вот, мы там... Ну, я зашла туда, там, с кучкой вот этих, мы пошли на линейку. Я встала там где-нибудь и сидела. Вот. Ой, не сидела, мы там стояли. Вот, а потом мы после линейки пошли в наш класс. И... Ну да, и я не знала, куда сесть, там все сели. И там одна девочка такая, ну, она уже сидела с кем-то, и она такая, давай садись с нами, то есть. А учительница такая, зачем трое садиться? Ну, она мне посадила с одной девочкой тоже. Там в конце что-то я сидела. Ну, мы там сидели, нам там стихи читали, все такое. А потом, ну, арбуз дальше, мы дали поесть. Выдали учебники, арбуз дали поесть, и я, не знаю, я скружилась вся что-то. Я не знаю, как завтра идти. Как? Ну, там учебники, там у меня целая гора. Гора? Да. Учительница. Ладно, всем пока, подписывайтесь на канал, поставьте лайки.